Первом канале это большая ответственность. Поэтому мы решили провести конкурс ведущих для нашей музыкалки. Максим, у меня есть список претендентов. Отлично, читай. Малахов. Занят. Познер. Поздно. Дроботенко. Никогда. Лучше Познер, чем никогда. Галкин. Дорого. Киркоров. Невозможно. Пугачева. Невозможно дорого. Бум Фанк МСИС. Непонятно. Витас. А вот это попробуйте. Как говорится, из песни слов не выкинешь, как и исполнителя. Поет Витас. Очень много раз я себе задавал вопрос. Если я хожу вот так вот, где родился и рос, вдруг и стало что-то летит наготове всегда. Ну а если вдруг не летит, ничего, не беда. Я подожду еще чуть-чуть. Идите, Витас, а то действительно дождетесь. Нужно провести кастинг среди своих. Точно! Ребята, заходите по одному. Могу показать чайник. Следующий. За 500 рублей пародирую Вадима Казаченко. Прости меня, малыш, за все меня прости. Дешевле пригласить самого Казаченко. Следующий. Завожусь от слова следующий. Следующий. Сразу следующий. У нас есть миниатюра. Давай. Миниатюра неопытный пулеметчик. Петров! Эй! Эй, парни, а? Малинина кто-нибудь объявит, а? Не волнуйтесь, сейчас вас объявят. Ага. Поет Александр Малинин. Мне осталась одна забава, да простит меня мой талант. Прокатилась немая слава, то, что сын у меня фабрикант. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Больно мне, что я сына не слушал, стыдно мне, что я слышу тебя. Я понял. Самое главное, нам нужны реальные профессионалы. А мы уже здесь? Мы всю жизнь проработали в новостях. Вот, пожалуйста. Ирина Салтыкова выпустила новый клип, чтобы все быстрее забыли старый. В ночь на Ивана Купалы девушки бросают венки в воду. Чей венок утонет, у той самая большая башка. Ну? Точно. Не то. Выступает... хор сомневающихся в реформе ЖКХ. Не думай о квартплате свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Важна она, реформа ЖКХ. Наверное, наверное, наверное. Придет она, большая, как квиток. Листок бумаги с циферками мелкими. А в общем нужно просто помнить толк. От первого числа до 31-го. У каждой, у реформы автор свой. Свой кворум и свой вотум недоверия. Реформа принесет кому покой. Кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан год. И пусть растет меня. И кажется порой, что ты живешь от первого числа до 31-го. Реформа. Вообще-то я знаю, кто бы мог блестяще провести наш музыкальный конкурс. Но у него сегодня их целых 5.